сделаю хорошо. Да нет, думаю, может помощь какая надо. Нет, все нормально. Что вы поможете? Что там? Троит, глохнет, не хочет ехать, да. Вроде нормально. А масло зачем налить? Она хавает. Прошу убить, которая сюда. Ну а что вы говорите, если посмотрите, этой машине 14 лет. Я вою роплю 5 лет. Она еще 9 лет отработала до меня. Она ловила пьяных, она гоняла за пьяными по дорогам. С ней выжимали, что могли. Она еще работает на государстве до сих пор. Почему она на рублях ездит по 30 лет нормально? И люди по 30 лет начнем с того, что они еще дня не катаются, и у них как? Обычная нормальная езда. А эта машина 6 років ходила ночью. Ночью это гонки участвовала, ловила пьяную. Она летала, блядь, со старта, браво, по яму, повороты уходила 6 лет. Она 6 лет пробывала эксплуатацию всерьез. А потом ее дали уже на такую больше легкую работу. Все равно, знаете, машина свою отдала